И я думаю, что прямо сейчас будут показаны самые зрелищные выступления, которые подготовлены самыми старательными участниками нашего фестиваля, командами стендов. Вы уже, скорее всего, познакомились с ними, со многими, в ходе прохождения квеста в приложении Старкона, победители которого получат свои призы на церемонии награждения сегодня в 6 вечера, я в пятый раз уже об этом говорю. Но декорации и интерактив — это еще не все, чем замечательны наши стенды. Конечно, ни один стенд не родился бы, если бы его создатели не были бы настоящими фанатами своего дела. И поэтому я думаю, что прямо сейчас под ваши бурные аплодисменты можно встречать наших участников. Поехали! Дамы и господа, это бонусный участник. Пожалуйста, поаплодируйте. Дамы и господа, это первый межстендовый квест нашего сегодняшнего прогона. Спасибо нашему бонусному участнику. Название стенда «По ту сторону изгороди». Thank you.
номер два. Передвижное фрик-шоу профессора Механикуса. Номер три. Салон «Гадкий котик».
Номер 4. Бродячий цирк Лютика и Присцилла. Номер 5. Вархаммер 40 тысяч. Инквизиторы космоса.
Итак, большое спасибо нашим участникам. И знаете, друзья, у вас еще есть шанс познакомиться со стендами наших участников, проходя квест. А чтобы запомнить фестиваль надолго, мы приглашаем всех посетить магазин официальной фирменной сувенирной продукции StarCon, находящийся в стендовой зоне. Ну а прямо сейчас на этой сцене победители конкурса хэллоуинских костюмов, который мы провели вместе с VK Talents. Мы будем говорить только их имена и фамилии, а вы уже придумайте сами им ники. Так что фантазия уже на вас. Погнали! Номер один. Евгений Александров. Номер два. Глазова Анастасия. Глушихина Анастасия. Номер 4. Смирнова Татьяна. Где детонатор? Говори, где он?
Номер 5. Торопова Ольга. Номер 6. Алексеева Анна. Номер 7. Герасимова Елена. Номер 8. Жарикова Виктория. Номер 9. Бондаренко Ольга. Leave it.
поаплодируем нашим друзьям. Я думаю, что во многом персонажи очень узнаваемые были. Ну а прямо сейчас под ваши такие же бурные аплодисменты мы приглашаем на эту сцену гостей фестиваля, которые подготовили свои выступления не для наград, а специально для вас, зрителей. Так что давайте начнем. Номер один. Ник Рейвен. Номер два. Команда «Очень странный косбенд». Персонажи 11, Стив Харрингтон, Робин, Дастин, Джим Хоппер, Майк. Фэндом «Очень странные дела».
том, что так давно я не помню, что это такое. Я застрял в одном месте, в пещере, можно сказать. Но я знаю, это наивно. Жизнь устроена иначе. Она движется, не стоит на месте, нравится тебе или нет. И да, порой это болезненно, и даже печально. Но еще порой это удивительно, радостно. Поэтому знаешь что? Расти, малышка. Не давай мне остановить тебя. Совершай ошибки, учись на них. И когда жизнь причиняет боль, а так будет, запоминай эту боль. Боль – это хорошо. Она означает, что ты выбралась из пещеры. Но, пожалуйста, если можно, ради твоего бедного старого папаши, оставляй дверь на 3 дюйма открытой. Номер 3. Команда «Оранжевые трусы». Персонажи: Мартиша Адамс, Гомес Адамс, Венсдей Адамс, Паксли Адамс, Фестер Адамс, Бабушка Адамс, Ларч, Битлджус, Лидия, Виктор, Эмили. Фэндом и семейка Адамс, труп невесты и Битлджус. Совсем не трудно. Простые слова обета. Этой рукой я возьму твою вину. О, нет. Этой рукой я возьму тебя за... О, ужас, нет. Так, этой свечой... Этой свечой... 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 Я подожгу твою маму. Бесполезно. Этой рукой развею все горести, и чаша не опустеет, ибо я твое вино. Миссис Эверлет. Да просто неотразимо. Что, мистер Эверлет? Называть папой, если настаивается. Этой свечой я освещу твой путь во тьме. Прими же кольцо. Отныне будь моей. Thank you.
all together Wookie, the Addams Family. Their house is a museum, when people come to see them, they really are a scream, the Addams Family. Neat, sweet. So get a witch's shawl, a broomstick you can crawl up, with all the mayor call up, the Addams Family. Извините, я почему вредный был? И жениться тебе надо. Жениться. Это ведь такое ответственное решение. Я всегда говорил, что если когда-нибудь женюсь, то только раз и навсегда. Да, согласен. Дальше. Since God knows when. We danced the mamushka while Nino fiddled. We danced the mamushka at Waterloo. We danced the mamushka for Jack the Ripper. And now, Fester Addams, this mamushka is for you. Thank you.
4. Команда недетские мультики. Персонажи: Белоснежка, Жизель, Эсмеральда, Венди, Аврора, Бэй, Мерида, Кида, Анна, Эльза, Алиса, Ариэль. Фандом World Disney. Сейчас, друзья, настает тот момент, когда мы можем ненадолго прерваться, может быть, посмотреть фирменную продукцию Старкона в специальных магазинчиках небольших, которые находятся вот там, и немножко перекусить. Отдохнем и вернемся совсем скоро на эту сцену. И, кстати, мы приглашаем всех на гостевое дефиле, которое состоится тоже здесь совсем скоро, через несколько минут. Зарегистрироваться на него можно у наших волонтеров-помощников, они в таких красных старконовских футболках. Встречаемся здесь через несколько минут.